Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ихасрен. И буквально пару минут назад нам Brawl Stars опубликовали Brawl Talk премьеру на завтра. Фиг знает какое время, вот я вам сейчас покажу. Здесь мы видим скин на Пока за первый уровень Brawl Pass. Два новых бойца, что написано даже в описании. И мы видим дальше какую-то хрень, план на будущее, это нам неинтересно. Вот я бы хотел пообсуждать. Скидка на снаряжение. Что это такое? Я так понимаю. Типа, они нам пульнут снарягу на... Там, условно, гаджеты пульнут на пятую силу, пассивки на седьмую, а снарягу на девятую. Я вот так надеюсь. И если они так сделают, то компенсацию обязаны дать. Если они не дадут... Ну, как знаете, со спреями, когда снизили цену, они в магазине вот так вот в гемах компенсацию дают. Если они так сделают, они обязаны мне вернуть, и вам тоже, за 11 и 10 силы, и все, что у нас было прокачано, прокачки в магазин верните. Верните. Да. Верните прокачки и монетки, которые я сливал, чтобы прокачивать на 10 и 11. У меня 5 бойцов на 11 силе, и штук 5, ну, плюс-минус, на 10. Так что и... Много бойцов, которых я уже могу прокачать до 10, может даже и дальше. Короче, гоните мне в магазин компенсацию всем. А я с вами прощаюсь и увидимся завтра на стриме, на Твиче, на премьере Brawl Talk. Минут за 20 я запишу стрим. Спасибо, Ихасрен. Пока.